Добро пожаловать к нам на канал. Сегодня в выпуске. Официально объявлено о закрытии карточной игры The Elder Scrolls Legends. Появились новые подробности грядущего обновления для Wuthering Waves. Twitch вводит новые правила для стримеров. А также календарь событий на завтра, вторник, 5 ноября и многое другое. Компания Bethesda объявила о грядущем закрытии карточной игры The Elder Scrolls Legends. Официальное сообщение начало появляться при входе в проект. Так, в начале текущего месяца тайтл убрали из магазина Steam. Отключение серверов запланировано на 30 января 2025 года. При этом отмечается, что до указанного срока пользователи смогут покупать предметы в магазине и участвовать во внутриигровых событиях за одну единицу золота. Напомним, релиз The Elder Scrolls Legends состоялся в мае 2017 года. Проект планировался как конкурент Hearthstone. Однако в 2019-м разработчики объявили о прекращении контентной поддержки, отменив запуск масштабного зимнего обновления. Команда Icebreaker Industries, занимающаяся разработкой неофициального продолжения Half-Life на движке Unreal Engine 5, запустила страницу пролога тайтла в магазине Steam. На данный момент там представлены только скриншоты из недавнего тизера и сам ролик, а также предварительные системные требования. Дата релиза пока не сообщается. Напомним, Project Borealis создается группой фанатов по наброску сценария продолжения Half-Life, который в 2017 году опубликовал бывший сценарист франшизы Марк Лейдлоу. События игры развернутся в заснеженном Рейвенхольме. Авторы обещают переосмысленных врагов и новые секреты. Студия Frontier Developments представила релизный трейлер симулятора строительства парка развлечений Planet Coaster 2. В ролике разработчики продемонстрировали новые геймплейные кадры, напомнив, что проект можно будет проходить как в одиночку, так и в кооперативе. Помимо этого, команда уточнила, что у игроков все еще есть время оформить предварительный заказ и получить три уникальных аттракциона. Релиз Planet Coaster 2 должен состояться 6 ноября на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Студия Kura Games выпустила сюжетный трейлер обновления 1.4 для своего проекта Wuthering Waves. В ролике показали отрывки из предстоящих сюжетных и ивентовых заданий, а также геймплей за новых резонаторов, четырехзвездочную Люми и пятизвездочную Камелию. Вместе с выходом ролика разработчики также объявили ивентовые баннеры обновления. Так, в первой половине будет только Камелия, а во второй половине будут рераны Иллин и Сян Лияо, а также новый четырехзвездочный персонаж Люми. Напомним, релиз патча должен состояться 14 ноября. Студия Motion Twin объявила о грядущей переработке одной из механик рогалика Windblown. Более конкретно, речь идет о возрождении союзников в сражениях. Так, на текущий момент система предполагает, что для воскрешения компаньона необходимо победить 10 противников. Игроки отмечают, что это становится невозможным в битвах против одного босса. Команда сообщила, что она постарается сделать возрождение более справедливым, при этом сохранив ощущение серьезности потери союзника. Никаких подробностей об изменении механики пока раскрывать не стали. Разработчики ролевого проекта Showa American Story объявили приблизительные сроки релиза тайтла. Авторы выпустили специальный ролик, в котором рассказали, что проект появится на ПК и PlayStation 5 в 2025 году. Более конкретной даты пока что нет. Помимо этого, в видео показали нового босса, способного летать и использовать свой щит в качестве оружия. Напомним, Showa American Story предложит пользователям отправиться в путешествие по постапокалиптической Америке, сражаясь с различными существами. Всего в игре будут представлены 4 города – Новый Йокогама, Сан-Франциско, Лас-Вегас и Нео-Токио 4. Dragon Age The Veilguard поставила рекорд среди однопользовательских проектов компании Electronic Arts в магазине Steam. Так, в день релиза она смогла достичь показателя в 70 тысяч пользователей, одновременно находящихся в игре. А на выходных ее уровень пикового онлайна достиг показателя 89 418 человек, находящихся в проекте. С данными цифрами Dragon Age обошла такие проекты, как Metaphor: Refantasio и Wolong Fallen Dynasty. Напомним, ранее разработчики тайтла сообщили, что выпуск дополнений для него не планируется, а команда уже переключилась на производство новой Mass Effect. В то же время The Veilguard продолжит получать различные обновления с патчами и правками. Разработчики платформы Twitch объявили о введении новой категории контента. Согласно официальному анонсу, маркировка будет использоваться для отметки трансляций, которые затрагивают темы гражданских прав, выборов и других схожих тем.
По словам представителей сервиса, таким образом они планируют предупреждать зрителей о потенциально спорном контенте, который может кому-то показаться оскорбительным. Напомним, новые правила вводятся после ряда блогировок стримеров за спорные высказывания. А теперь небольшой календарь событий на завтра, вторник, 5 ноября. Владельцам подписки PlayStation Plus станут доступны новые бесплатные игры на текущий месяц. Состоится релиз проекта Metal Slug Tactics. И, наконец, станет доступна игра Death Note Killer Within. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по сегодняшнему ролику. Напоминаем также, что у нас есть канал в TikTok, где 2 раза в день выходят короткие сводки новостей, и группа в Telegram, где доступен весь наш контент. Ссылки на них будут в описании под видео. Там же есть ссылки на наши страницы Boosty и Donation Alerts, где вы при желании можете помочь в развитии существования канала. Будем благодарны любой поддержке. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч!